5 вопросов депутату – это встречи школьников с представителями различных ветвей власти. На этот раз ученики 10 и 11 классов Серковской школы имели возможность задать свои вопросы лично депутату Мособлдумы Владимиру Шапкину. Говорили на различные темы, в частности, о развитии района, о перспективах его дальнейшего преображения. Отдельно уделили внимание вопросам сферы образования. Впереди у ребят ЕГЭ, а это значит, что уже совсем скоро необходимо определиться с выбором будущей профессии. Уже второй год практикуем вот такую встречу с нашими выпускниками и считаю, что вот органам власти не только нужно решать вопросы материального, финансового, хозяйственного обеспечения наших школ, но и уделять внимание информированию и воспитанию нашего подрастающего поколения, особенно выпускников. И не только проводить встречи, но и делать какой-то анализ, кто идет куда. Это не праздный вопрос, потому что сегодня у нас есть дефицит врачей, есть дефицит учителей, открываются новые предприятия, организации. И нам не безразлично, кто придет к нам работать. Хотелось бы, чтобы это были наши ребята. Мне очень понравились слова Владимира Николаевича о инженерах, о том, что это перспективная профессия. Я, возможно, тоже хотел бы стать инженером в будущем. И я получил очень ценный опыт сейчас, слова, знания. Мне это, думаю, понадобится, пригодится в будущем. Будем искать больше информации и как бы следовать советам, которые нам дал Владимир Николаевич. Особое же внимание уделили вопросу патриотического воспитания молодого поколения, тому, насколько необходимо с малых лет изучать историю своей страны. Я сам очень интересуюсь этим предметом, сдавать его не планирую, но слова нашего учителя всегда очень интересны. Примечательно, что школьников сегодня интересуют как принципы системы местного самоуправления, так и вопросы молодежной политики, а также развития медицины, спорта и культуры. Задать вопрос, получить на него ответ и выразить свое мнение. Такое свободное общение позволяет наладить контакт между молодым поколением и представителями различных ветвей власти. Подобные встречи со школьниками в Серковской школе проходят вот уже второй год. И, как отмечают сами ребята, помогают им разобраться в непростых вопросах современного мира. Анна Бальет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».